Кайфушница. Кайфушница. Почему тут пар? Посмотрите, что мы купили. Опа! Урвало! Тетка лезла, но я урвала. Смотрите, как это. В общем, наверное, месяца полтора за ней гонялись. Пытались купить ее. Во всех магазинах, где на сайте написано, она должна быть. В итоге нифига нигде ничего не нашли. А сегодня чисто случайно забегали в ЦУМ, и, видимо, она там лежит. 114 рублей или 140, не помню, если честно. Не рублей, а сом. Сом, пора уже переходить, запоминать, что мы в Киргизии. Короче, будем пробовать, расскажу потом. Еще я себе сегодня взял ремешок новый. Прикольный. Вообще очень мягкий, не чувствуется на руке. Боюсь, если он сломается, я не замечу, что часов нет. Короче, посмотрим. Тоже хотел себе какую-то яркую расцветку, но, блин. Ничего не было, а с Wildberries ждать слишком долго. Здесь Wildberries, не знаю, вечность вообще товары идут. Мне уже вторую неделю идет штатив с Wildberries, а все никак не придет. Короче, Wildberries — это здесь, конечно, жопа полная. Так что можете меня поздравить. Ты запустил? Да. Hello, мазафака. Ладно, всем привет. Здрасте. У нас сегодня торжественный момент. Хотели сохранить до дня рождения моего, но ладно, сердечко не выдержало. У нас сегодня будет... Unpacking. Шоколада Кыргызстан с курутом. Наверное, попало ли что-то в камеру? Ладно, посломаем еще. Короче, шоколадка Кыргызстан. Вообще, таких шоколадок много достаточно. Они про... Если вы слышите звук, то вы знаете, что у нас ремонт идет. Таких шоколадок много, но такая, она одна. Мы обошли, мне кажется, все супермаркеты города. И нашли ее буквально случайно. Короче, мы надеемся, что шоколадка будет очень вкусная. Не зря же мы ее столько искали. Тем более, курут нам, по крайней мере, очень нравится. А вместе с шоколадом, думаю, что это будет чуть вкуснее. Короче, смотрите распаковку. Супер упаковка. Все блестит, сверкает. Вскрываем упаковку. Сейчас запустим.
моими кривыми руками ничего не вижу. Шоколадка выглядит вот так. Все, будем пробовать. Ну что, мы попробовали шоколадку, и я буду душнить соответствующие кружки. Курута здесь нет. Ну тут, короче, есть курут. Как показать? Где? Там есть отпечатки курута. Вот если его прям раскусывать, то чувствуется этот соленый вкус. Но в целом на такую шоколадку его очень мало, и нету такого вот приятного сочетания, как, например, в шоколадках с соленой карамелью. То есть там такая вкусовая палитра, ну типа сладкая с соленым, вот этот вот вкус. То тут, короче, такого нету. Как шоколад, в принципе, нормальный. Это шоколад темный, да? 55%. Нет, 45%. 55%, да. Темный шоколад. Но крут, к сожалению, здесь нету, поэтому можете его не искать. Зато у нас чай вкусный. Покупать обычный шоколад Кыргызстан. Да. Вот сейчас увидите такой чай. Берите. Он очень вкусный. А он не аптечный, кстати, да? Не в аптеке или... Не знаю, короче, фирма. Вот это. Все. День разочаровывает. Всем пока.